брат на брата, сыневе против отцев, рабы на господ, друг другу ищут умертвить единого ради корыстолюбия, похоти и власти, ищам брат брата достояния лишить, неведущий, яко премудрый глаголит, ища чужого, о своем вон и день возрыдает. Василий Татищев. История российская. Яша, а где здесь был старый большефонтанский маяк? Абсолютно правильно. Вот здесь. А прожекторную станцию даже ты не мог застать. Ее разобрали сразу после Великой Отечественной войны. Отсюда, с начала Первой мировой и до конца Второй, вели борьбу с нарушителями границы, диверсантами и контрабандистами. Только за 4 неполных года 20 века, с марта 17 по февраль 21 года, эта граница принадлежала нескольким совершенно разным государствам. Одесской Советской Республике, Украинской Народной Республике, Украинской Гетманской Державе, Вооруженным Силам Юга России, зоны зоне Антанты и РСФСР. Каждый раз нарушителями, диверсантами и контрабандистами становились те, кого отсюда удавалось вышибить более удачливым пришельцам. Только местных греков, единственных законных контрабандистов по праву рождения, гоняли все власти одинаково. По звездам, по рыбам проносят шаланду, три грека в Одессу везут контрабанду, чтоб звезды обрызгали бруду наживы, коньяк, чулки и презервативы. Ай, греческий парус, ай, черное море, ай, черное море, вор на воре. Власти менялись, а прожекторная станция на Большефонтанском маяке все так же выслеживала на Черноморском рейде тайных гостей Одессы. Частная Одесса, Одессы времен гражданской войны, города, чье население за 4 года уменьшилось в 4 раза в результате террора. Террора всех против всех. Слишком лакомым кусочком была для всех южная столица прежней империи, чтобы уцелеть. Жил себе в Одессе юный художник Виктор Федоров. Звезд с неба не хватал, но его чудесная мама собирала звезды в своем доме на отраде ради его отца, довольно-таки известного в России писателя Александра Митрофановича Федорова. Федоровы жили в отраде. Где-то года до, там написано до какого-то, 12 или до 14, я не помню. А потом уехали на Ковалевского, выстроили особняк на Ковалевском. Я видел фундамент. Дача Бовшик уже спускалась. Вот она уже была на волоске. А дача Федорова ушла. Виктор тут работал. На прожекторной станции. Работал как техник-профессионал. Пока его не забрали в ЧК. Летом прошлого, 1920 года. На Большом фонтане был выстроен прожектор, и он был устроен для того, что если будет десант, и будут проходить сюда, чтобы он освещал их и могли из крепости стрелять. Меня устроили там машинисткой, брата Андрюшу устроили конюхом. В общем, все родственники наши устроились там. Это уже мы жили на даче, нет, не в Одессе. Я услышала звонок. Пошла открывать дверь, смотрю, стоят два человека. Молодой человек один, которого я знала, который тоже жил на Большом фонтане. И с ним какой-то другой, типа румынского или греческого, в общем, иностранец. Они спросили Витю. Витя пришел, пошел с ним в беседку,
Они там поговорили, и потом те ушли. И мы спрашиваем, чего они приходили, что они хотели. И тут лейтенант сказал, что они пришли от какой-то организации белой, и что они просят меня, чтобы я испортил прожектор тогда, когда будет десант. А что десант будет очень скоро. Я им сказала, что, конечно, я испорчу. Мы с мамой накинулись на Витю Бленова. Как ты мог? Ты же их не знаешь, что ли? А может быть, это провокация? Больше они не появлялись. И один раз утром, это было 5 часов утра, это было лето, вдруг Витя сел на кровати и сказал, за мной пришли. Я говорю, как? Где? Что? Почему ты говоришь? Он говорит, посмотри в окно. Я посмотрела и вижу солдаты у нас. А младшего приятеля Виктора Федорова, тоже чудом не расстрелянного сына учителя, осенью 20-го отпустили отсюда, из-за стенка, что напротив христианского кладбища. Его отпустили вместе с младшим братом Евгением. А фамилия братьев была Катаев. Валентин Катаев будет молчать почти 60 лет. Только почти в каждом рассказе и повести кто-то у него будет спасаться от неминуемой смерти. И уже когда Валентину Петровичу стукнет 80, он соберется с силами и таки стукнет по советскому читателю своей самой страшной повестью. Повесть уже написан Вертер. Напечатали летом Олимпийского 1980 года в журнале «Новый мир». В год, когда вообще ничего подобного напечатано быть не могло. У него были прекрасные отношения с Наровчатовым, которого я называю сильным мира сего, поскольку был редактором «Нового мира». Наровчатов приходил в гости иногда к отцу сюда. Он как-то сказал отцу, Валентин Петрович, да, что вы сейчас пишете? Папа говорит, я пишу одну такую вещичку, но такая сложная вещь. Он говорит, Валентин Петрович, я вам ручаюсь, что все, что вы не принесете в новый мир, будет напечатано. Потом были большие сложности у Наровчатова. Свою самую страшную повесть Катаев написал в детском альбоме для рисования карандашом. Такой вид оформления рукописи казался ему наилучшим. Сказывалась гимназическая чистоплотность, даже когда он писал о голых людях, которых расстреливали здесь, во дворе ЧК, под звук работающего мотора грузовика. Только Валентин Катаев дожил и дотерпел до того, чтобы рассказать правду за них, за всех. За всех одесситов гражданской войны. Свою, но правду. А общая правда, а бывает ли она вообще? Только в первые дни после февральской революции 1917 года всем казалось, что есть такая общая правда. Все кричали «Свобода!» и ждали, когда приедут вожди. А потом, когда прибыли вожди из Германии и Швейцарии, оказалось, что правда не одна. Она рассыпалась на партийные правдочки, а вместе с правдой начала рассыпаться и Россия. Изо всех прибывших вождей в более-менее одесситам можно признать только Льва Троцкого. Лев Бранштейн из маленькой земледельческой колонии в Херсонской губернии провел в Одессе отрочество и юность, учился и заводил связи. Здесь жила его родная тетка по отцу, начальница женской гимназии Ирма Бранштейн и ее дочь Вера Шпенцер, замечательная поэтесса из вундеркиндов. Она еще в 1913 году на родительские средства выпустила сборник стихов в Париже. Кузину Троцкого мир потом узнал как Веру Имбер.
Но она не рвалась рассказывать всем о своем родстве с председателем Реввоенсовета. И правильно делала. В те годы, чем меньше знали о твоих родственниках, тем легче было и тебе, и им. Стихи в Одессе в те годы писали все. В крайнем случае прозу. Но легче всех жилось тем, кто писал подписи под щитами. Нечего было потом прятать и сжигать. А те, кто не сжег и спрятал стихи и прозу, оставили нам великие и ужасные свидетельства от февраля 1917 до весны 1921 года, от пьяной свободы до голода и людоедства. Вчера перед вечером гуляли, тяжесть на душе несказанная, толпа, наполняющая теперь улицы, невыносима физически. Я устал от этой скотской толпы до изнеможения. Если бы отдохнуть, скрыться куда-нибудь, уехать, например, в Австралию. Но уже давно все пути, все дороги заказаны. Теперь даже на Большой Фонтан проехать, и то безумная мечта. И нельзя без разрешения, и убить могут, как собаку. А с марта началась таки весна, и до цветения акаций, то есть до третьей декады мая, по новому стилю, все жили общими надеждами. Все так надеялись, что не обращали внимания, как куда-то слиняла прежняя полиция. Приставов заменили студентики с красными бантиками, а в надзирателях у них ходили вообще поэты. Вот так в бульварном участке стали милиционерить Эдуард Багрицкий и его сотоварищ по поэзии Анатолий Фиолетов. Багрицкий наладился ловить контрабандистов по Черному морю. Фиолетов пока что налаживал уличные движения на суше. Но, как у поэта, у Фиолетова не сильно получалось с регулировкой извозчиков и авто. Он жалел и нарушителей, и даже лошадей. О, сколько самообладания у лошадей простого звания, не обращающих внимания на трудности существования. Это он, Фиолетов. Ему не хватало родственных душ. Он вызвал из Петрограда своего родного брата Осипа, только что поступившего было в технологический институт. Осип ехал домой в Одессу кружным путем, через Волгу. Там он пожил несколько месяцев мужем состоятельной вдовы. Мы не знаем имени волжской вдовушки, содержательницы Осипа Шора. Может быть, ее даже звали мадам Грицацуевой. Проезжая безвестную станцию Переделкино, брат сыщика не знал, что там будет жить человек, который Осипу станет соавтором, а Осип ему станет прототип. Прототип великого литературного персонажа. Из Осипа Шора Валентин Катаев, его брат Евгений Катаев, Петров и их подельник Илья Ильф вылепят потом Остапа Бендера собственной персоной. Тут нет никаких сомнений. Он как раз именно не выдуман. Основой это был Шор, который был их приятель. Они его знали. И Катаев об этом пишет. И ему рассказывала уже вдова Окса о том, как однажды она пришла к Ильфам. Это в начале 30-х годов. И Ильф открыл ей дверь и сказал: «Вава, как жалко, что вы задержались. Только что ушел Остап Бендер». А пока Осип Шор добирается до Одессы и устраивается к брату в сыщики. И скоро переплевывает брата сыщицким талантом. Ох уж это одесская романтика гражданской войны. И грамотная, и полуграмотная, и совсем неграмотная. Все они что-то писали и читали это ближним. А остальные были типы и прототипы.
Бабель стал задумываться, как бы переделать короля Молдаванки Мишку Япончика Винницкого в Беню Крика. Королем воров Мишка Япончик стал с помощью анархистских дружин, которые работали четко с большевистским подпольем, с помощью, возможно, Григория Ивановича Котовского, с помощью всевозможных агентов ЧК, которые были засланы в Одессу из Москвы. Вот когда сам Мишка Япончик Винницкий купил на самодеятельном аукционе за 500 золотых рублей личные кандалы у самого Григория Ивановича Котовского. Это был жест уважения старого налетчика и анархиста к другому налетчику и анархисту, не меньше славному своими делами. И именно тогда Григорий Иванович Котовский понял, что угроза виселицы в тюремном дворе для него прошла навсегда. Когда Котовский буквально висел на волоске, и приговор ему уже вынесли, за него заступился в газете один из самых популярных плодовитый писатель Александр Митрофанович Федоров, родной папа художника Виктора Федорова, душа общества, первый ценитель стихов юного Валика Катаева и хлебосольный приятель великого Ивана Бунина. Дедушка очень ему покровительствовал. Должен был приехать военный министр из Петербурга в Одессу. Гучков его фамилия. Дедушка был с ним знаком. И Котовский, когда узнал, что дедушка с ним знаком, попросил дедушку, чтобы он замолвил словечко. И вот он приехал к нам и обедал у нас. Он был коренастый, широкоплечий. Рука у него была как, прямо как лопаты такие, большущие руки. Круглое лицо, бритая голова. Самая такая русская наружность. Осенью 1916-го Григорий Котовский находился в одесской тюрьме, был приговорен к смертной казни. Либеральные круги видели в нем героя, пытались спасти. За него вступилась жена командующего фронтом Надежда Брусилова. Генерал Брусилов заменил казнь бессрочной каторгой. После февральской революции одесская интеллигенция добивалась освобождения Котовского из тюрьмы. И самое активное участие принимал в этом писатель Александр Петрович Федоров. Был Александр Митрофанович Федоров. Был очень приятен, жаловался на свое бедственное положение. В самом деле исчез последний ресурс. Кто же теперь снимет его дачку? Да и нельзя сдавать. Она теперь народное достояние. Всю жизнь работал, кое-как удалось купить клочок земли на истинно кровные гроши, построить, залезший в долги, домик. И вот оказывается, что домик народный, что там будут жить вместе с твоей семьей, со всей твоей жизнью какие-то трудящиеся. Повеситься можно от ярости. Лиха беда начала. Обыватель все оценивает текущей валютой. Дефицит мелких денег отрицательно сказался на всей жизни Одессы, уже начиная с лета 1917 года. Нечем было платить зарплату, нечем было давать сдачу. Привоз и Староконный категорически не желали что-либо продавать за керенки. 1 декабря началась финансовая паника. Народ выстроился в кассы за вкладами. Вот дальше больше. 12 декабря экстренное совещание руководителей финансовых организаций Городской думы и Южного фронта приняло решение о выпуске обращения одесских бон, разменных бумажных знаков, которые называли разменными билетами города Одессы. Вот здесь, в Стурдзовском переулке в типографии Шпенцера, были напечатаны первые одесские деньги. Теперь это переулок Веры Ингер. Мы помним, что она была любимой дочкой типографа Шпенцера. Имел ли отношение к одесским деньгам ее кузен Лева Троцкий? История умалчивает. Зато следом за деньгами
случилась как бы одесская независимость. Одесская Советская Республика образовалась после восстания красноармейцев и рабочих в Одессе в середине января 18 года. Это образование, оно было хаотичным достаточно. В нем были и многие случайные люди, и не только большевики. В частности, в Советской Одесской Республике было два анархиста. Непрочный иллюзорный мир. Одесситы и спасшиеся в Одессе приезжие жили внутри ежедневного праздника. Приезжают все из столиц. Вот и Бунин. Здесь, в первом этаже на Княжеской, Бунин с женой, по сути, прятались, а не жили при советах. Вечером почти весь город в темноте. Новое издевательство, новый декрет, не сметь зажигать электричество, хотя оно и есть. А керосину, свечей не достанешь нигде. И вот только кое-где видны сквозь ставни убогие сумрачные огоньки. Коптят самодельные каганцы. Чье это издевательство? Разумеется, в конце концов народное, ибо творится в угоду народу. Из постановления в ЦИК от 5 сентября 1918 года. Совет народных комиссаров находит, что обеспечение тыла путем террора является крайней необходимостью. Это был террор. Он назывался красным террором. В ответ якобы на белый террор. То, что белый террор был, это верно. Но белый террор касался не населения, не слов, а касался именно агентов красных, которые оставались, изменников своих, только в отношении тех, которые перешли на сторону советской власти. Но не в самом случае, не их семьи. Красные расстреливали семьи. Странный гетманский рай на последнем берегу начал сыпаться с концом Первой мировой войны. Войска Антанты вошли в город в последние дни 18-го года, а под их прикрытием появились части добровольческой армии. Город украсился чернокожими зуавами и греками в юбках, а в штабе округа обозначился бывший сподвижник Колчака на Урале и в Сибири Гришин Алмазов. Большое количество фильмов, ну и книг преподносят его как диктатора Одессы. На самом деле я с таким утверждением не могу согласиться, потому что Гришин Алмазов, скорее всего, все-таки был марионеткой. Марионеткой в руках французских оккупантов. Вот. Он исполнял всевозможные их задачи и практически командовал реально. Все-таки генерал де Ансельм, командующий армией Антанты в Одессе. Занявшие Одессу французы, в лице которых директория надеялась обрести союзников в борьбе с большевиками, в обмен на военную поддержку выдвинули, в том числе, следующие жесткие условия. Директория должна обратиться к Франции с просьбой принять Украину под свой протекторат. Вопрос о независимости Украины будет решаться на конференции в Париже. Вел переговоры с Петлюрой начальник штаба французских объединенных экспедиционных сил в Одессе полковник Анри Фрейденберг. Вот слушайте, французский гражданин Фрейденберг свободно говорил по-русски, поскольку был одесситом. С украинской делегацией полковник вел себя с позиции силы, и это было отмечено ими. А самим полковником Фрейденбергом вела себя с позиции женской силы. Вера Васильевна Левченко,
вольная или невольная сотрудница одесского ЧК, широко известная публике как звезда российского и мирового кинематографа Вера Холодная. Но выше полковника французского генштаба, выше звезды экрана и коммунистического подполья, выше всех человеческих предположений о светлом будущем над Одессой поднялась испанка. Самый страшный эпидемический грипп, который в 1918 году знало человечество. То есть в декабре 1918 года земля наша вообще не понимала, что это по ней ползет. Это теперь мы знаем, что испанка и птичий грипп фактически одно и то же. Исследователи подчеркивают, что животным, передатчиком промежуточной фазы заражения в те годы, могла быть только свинья. Не всеобщее ли свинство погубило от этой эпидемии в Европе за 4 месяца 20 миллионов человек? За 4 месяца в 2 раза больше, чем за 4 года Первой мировой, только что... Полдень 21-го Анюта, наша горничная, зовет меня к телефону. Беру трубку. Кто говорит? Валентин Катаев. Спешу сообщить невероятную новость. Французы уходят. Как? Что такое? Когда? Сию минуту. Вы с ума сошли. Клянусь вам, что нет. Паническое бегство. Выскочил из дому, поймал извозчика и глазам своим не верю. Бегут нагруженные ослы, французские и греческие солдаты в походном снаряжении, скачут одноколки со всяким воинским имуществом, а в редакции телеграмма. Министерство Клемансо пало, в Париже баррикады, революция. Первые красные разместились в тени первого здания ЧК на Екатерининской площади. Одесская интеллигенция сразу же узнала, что такое красный террор. Одним весенним днем 1919 года здесь, в этом дворе, было расстреляно 712 одесских юристов. Они, как никто другой, знали, что такое настоящий закон. Войдя в город, в марте сего года большевики объявили, что желающие выехать из города могут собраться в порту, откуда они будут направлены на пароходах. Поддавшиеся на эту провокацию, представители местной интеллигенции, буржуазии и офицеры с семьями собрались в порту, и многие были посажены на пароходы. На суда, переполненные беженцами, ворвались красноармейцы и начали резню, насилуя женщин, расстреливая ни в чем не повинных пассажиров. Многие офицеры-беженцы сами расстреливали своих жен и детей, кончая свою жизнь самоубийством, не желая подвергнуться большевистским издевательствам. У первой мухи головокружение от длительного сна. Она лежала зиму без движения. Теперь весна. Я говорю: сударыня, о небо, как вы бледны! Не дать ли вам варенье, или хлеба, или воды? Как тяжко жить зимой на свете сиром. Как тяжко видеть сны, что мухи белые владеют миром, а мы побеждены.
Но вы смеетесь надо мной? Не надо. А я в ответ, я не смеюсь. Я просто очень рада, что вижу свет. Это было написано в Одессе красной весной 1919-го, как и первые одесские строки «Окаянных дней» Ивана Бунина. 12 лет тому назад мы с Верой приехали в этот день в Одессу по пути в Палестину. Какие сказочные перемены с тех пор! Мертвый, пустой порт, мертвый, загаженный город. Наши дети, внуки не будут в состоянии даже представить себе ту Россию, в которой мы когда-то, то есть вчера, жили, которую мы не ценили, не понимали. Всю эту мощь, сложность, богатство, счастье. Одесский контрразведывательный центр добровольцев в июле 1919 года подготовил восстание в немецких колониях вокруг города. Колонисты были громадной силой. Мы ее можем оценивать только на расстоянии. Немецкие колонии были в основном депортированы в последнюю войну. Внутренние немцы показали против красных вполне германскую дисциплину, спайку. Восстанием руководил полковник Саблин и поручик Марков, который до этого времени работал в одесской милиции. Отряд повстанцев-милиционеров захватили здание одесского ЧК и удерживали вплоть до высадки белого десанта. Вскоре весь город контролировали восставшие белые офицеры. Из мемуаров Антона Ивановича Деникина. В Одессе царила паника. В ночь на 10-е наша эскадра появилась внезапно у сухого лимана и высадила десант, который, соединившись с восставшими одесскими офицерскими организациями, при могучей поддержке судовой артиллерии захватил город, прервав эвакуацию его. Есть ряд данных о том, что Катаев в момент, когда белогвардейцы снова захватывают Одессу в конце августа 19 года, Катаев переходит на службу белогвардейцев. Кстати, самый неизвестный период Катаева, который в своих автобиографических произведениях, в своих художественных произведениях, он пытается скомкать. Такой заслуженный офицер, как Катаев, если бы даже не любил белую власть, он бы был вынужден ей служить. И Катаев где-то в районе октября 19 года попадает на бронепоезд, белогвардейский бронепоезд, который курсирует от Одессы до Раздельной. 26 декабря 1919 года новому начальнику добровольческих войск на правобережье Днепра генералу Шиллингу Деникин сообщил по прямому проводу из ставки в Екатеринодаре: вам предписывается прикрывать Крым и Северную Таврию, отходя на Каховку и Херсон. Опытный начальник Одесского военного округа Шиллинг понял, даже не глянув на карту: Одессу будем эвакуировать. Ну что ж, дело привычное. Не зря трясло тогда руководителей миссии союзников генералов Холмена и Манжена. Они обещали даже ввести на рейд самый сильный в мире британский флот. Генералы словно чувствовали, что эта эвакуация Одессы последняя в гражданской войне. На ближних подступах стояли киевские части генерала Бредова, но красные вперемешку с зелеными давили на Новороссию стальным поршнем, и добровольцы стали помаленьку паковать вещи. Пока что в Крым. Веру Холодную в Одессе похоронили в склепе, потому что муж ее думал, что этот бардак пройдет, вакханалия вот это вот, и он ее туда перезахоронит в Москву назад. Я думаю, что Бунин так же само считал, что это должно пройти, что она вот-вот пройдет. Он рассчитывал, что все-таки что-то изменения, они не произошли. Уходя из города, нет, убегая, Иван Алексеевич послал проклятие людям, которые обрубили до него привычный ход вещей,
Это было его последнее стихотворение, написанное в России. Оно как завещание. И боль, и стыд, и радость. Он идет в великий день. Опять варягу вручает обезумевший народ свою судьбу и темную отвагу. Да будет так! Привет тебе, варяг! Во имя человечности и Бога сорви с кровавой бойни наглый стяг, смири скота, низвергни демагога. Довольно слез, что исторгал злодей под этим стягом равенства и счастья. Довольно площадных вождей и мнимого народовластия. Бунин, по-видимому, очень хотел, чтобы папа с ними уехал. Но папа в это время лежал в ТИФУ, в госпитале, и Бунин уехал, даже практически не попрощавшись, потому что папа в это время был просто между жизнью и смертью. Как известно, Бунин был, ну, не просто учителем, а любимым учителем моего дедушки, и... Я бы могла сказать, что он боготворил его как писателя и как поэта. И, естественно, когда он уехал из России, для него это было очень болезненной раной. И, в принципе, во всех произведениях, где он у него упоминается, у него вот эта вот боль, ну, вот этого временного и территориального разрыва постоянно присутствует. Вторые красные имели опору в мрачном пятиэтажном здании на Морозлиевской. Они пытались устраивать новые, да то ли невиданные праздники и приманивали к их оформлению усиленными пайками лучших художников города. Часто это заканчивалось каким-то символическим конфузом. Перед майскими праздниками 1920 года новые одесские власти решили наконец поменять памятник Екатерине и ее сатрапом на памятник Карлу Марксу. Этот памятник был сделан из очень легких конструкций. А на Екатерининской площади Одессы всегда жили очень сильные ветра. Через несколько дней памятник Карлу Марксу был благополучно сорван с постамента и улетел в сторону моря. Ну, посадили меня в ЧК. Это была не тюрьма, а просто нормальный, очень большой дом, в котором было, под которым были большущие эти подвалы. И в подвалах сидели арестованные до первого допроса. После первого допроса их или в тюрьму посылали, или... В коридор ворвался топот многих ног. Одна за другой отпираются двери камер. Приближается голос, произносящий фамилии, знакомые и незнакомые, по списку. Прокудин, фон Дидерихс, Сикорский, Николаев, Радли, Венгржановская, Амельченко. Пронесет или не пронесет? Не пронесло. Щелкнул замок. В щели полуоткрывшейся двери тускло блеснула кожаная куртка. Наплечные ремни, кубанка, ручной электрический фонарик. Лучик света побежал по листу с треугольной печатью. Из камеры с вещами Карабазов, Вайнштейн, Нечипаренко, Вигланд, Венгржановский. Неужели их тоже? Вот сейчас, сию минуту произнесут его фамилию, и тогда все кончится. Безвозвратно и навсегда. Но нет, на этот раз его не позвали. Других из маяка тоже не вызвали. Значит, их очередь еще не наступила. Снились ли им в эту ночь какие-нибудь сны? Они сами были сновидениями. Они были кучей валяющихся на полу сновидений, еще не разобранных по порядку, не устроенных в пространстве. Урожай реформы. Летом 1920 года, когда для единственного сына старого Федорова Виктора все было уже, считай, кончено, здание одесского губ ЧК
зашел лично Котовский. К тому времени он уже успел освободить Одессу и от добровольцев, и от частей Антанты. Его имя было Мандатом, который открывал все замки. Котовский помог и спас многих и многих офицеров. А Витя Федоров был в их числе. Федоровы уходили по одному. Сначала он просто за Днестр, как отец, или морем, как сын. Через Днестр уходили десятками тысяч. И мы пришли в дом, и я сразу бабушке говорю, что я еду, надо детей собирать. Ну, она сполошилась. Ты же говорил, что уже не поедешь никогда. Ну, я говорю, нет, уже едем. И мы это 7-10 человек, цепочкой такой идем, а Лёка плачет и говорит, я больше не хочу к папе ехать. А эта Танечка громким голосом говорит, Лёкочка, почему ты плачешь? Мы же едем за границу. Ну, в общем, мы сели в Шаланду и поплыли. Виктор Федоров вернется в Одессу с румынами в 1941 году. Вернется из Бухареста главным художником Одесской оперы. Такого ему, конечно, не забудут. В Одессе осталась только мать Виктора, соломенная вдова писателя Федорова. В повести Катаева она гибнет от ложного известия о расстреле сына. Правда, о матери была куда страшнее. Старуху расстреляли уже в 1937 году. Просто литературному фонду приглянулась Федоровская дача, где женщина доживала, продавая последние вещи. Помните 17-й год и поэтов о ментов? Петров по освобождении быстро оказался сотрудником одесского УГРО. А от ЧК группе УГРО был придан Штаркман. Он хорошо, слишком хорошо знал Катаевых. Штаркман Марк Рафаилович, 1902-1992 год. Следователь одесского губчака в 1920 году. Допросы Виктора Федорова и братьев Катаевых были частью его первого самостоятельного дела. Подполковник госбезопасности, заместитель наркома внутренних дел Литвы. Вышел в отставку в 1952 году. После этого 40 лет до самой смерти проживал в дачном поселке Переделкино под Москвой, рядом с дачей Валентина Катаева. Город уходит в печальные сумерки. Героический век Одессы остается позади. Воспоминания юных дней, весенних мотыльков нежней.